2,5 миллиона рублей лишилась жительница Алдана. Кровно заработанные она буквально подарила преступникам. Кражи и хищения посредством мобильных технологий набирают популярность. Схем немало, но преимущественно в основе лежит доверчивость и беспечность граждан. Чтобы предупредить об угрозе и обезопасить жителей города, сотрудники правоохранительных органов в Алдане провели семинар. Подробности в материале наших корреспондентов. Раскрывать сложно, проще не допустить. О дистанционных преступлениях шла речь в актовом зале Алданского бизнес-инкубатора. Сотрудники правоохранительных органов рассказали о мобильном мошенничестве и мерах предосторожности, напомнив о необходимости сохранять бдительность. На сегодняшний день, значит, в следственных подразделениях возбуждено более 100 уголовных дел по данным видам преступлений. Составы, как, значит, в основном это бывают кражи, либо мошенничество. В финансовые клешни преступников чаще попадают пенсионеры. Размеры даримых сумм различны – от нескольких тысяч до миллионов. Так, благодаря жительнице Алдана, мошенники смогут купить квартиру. Последний случай, вот, который произошел буквально в марте месяце, это 2,5 миллиона рублей. На одном из сайтов жительница Алдана сделала заказ. Спустя какой-то период позвонил неизвестный. Он уверил пользовательницу, что товар снят с производства, и предложил компенсацию, для получения которой нужно лишь оплатить доставку, оформление и прочие расходы. В течение 2 недель женщина с готовностью переводила деньги на указанный номер счета. Мошенники действуют по разным схемам. Это может быть и предложение выгодной покупки посредством оплаты через терминал, и вымогательство взятки. Популярным остается поиск жертв на сайтах объявлений о продажах. Мошенник, настаивая на задатке, просит у продавца реквизиты его банковских документов. Во всем многообразии способов в основе лежит расчет на доверчивость и беспечность граждан. Чаще всего этот расчет оказывается верным. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, НВК Саха, Алдан.